Сегодня во втором часу ночи, то есть едва-едва в наши широты заглянул профессиональный праздник полицейских, он же День сотрудников органов внутренних дел. На перекрестке Чкалова-Сахарова, что на Академии, приключился смертоносный замес, призвавший к себе праздничных гаишников, которые тоже полицейские, хотя у них есть свой профессиональный праздник 3 июля. Декорация смертельного замеса незамысловата. Посреди ночи по Чкалова от Краснолесья в сторону проспекта Академика Сахарова катился Hyundai Solaris, пилотируемый 38-летней дамой. Про нее известно, что пилотского стажа в ней было 7 лет, при этом она дважды попадалась гаишникам на нарушениях ПДД, и оба два раза ее ловили за скорость. То есть пилотка была достаточно опытная, довольно-таки дисциплинированная, а какой русский не любит, нет-нет, да и превысить. И при всем при своем опыте, сегодня ночью она была не обременена. И это стало фатальным фактором. На перекрестке Чкалова-Сахарова Солярис напоролся носом на бордюр разделительного газона и кувыркнулся. А поскольку пилотка была не пристегнута, постольку при вращении известная физическая сила выбросила ее из салона, и рулевая погибла на месте замеса. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, девушка 84-го года рождения, двигаясь по улице Чкалова со стороны Краснолесья в направлении улицы Сахарова, на пересечении улиц Чкалова Академика Сахарова не справилась с управлением, допустила наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Почему пилотка Солярица не пристегнулась? Почему в зимних ночных условиях разогналась и налетела на бордюр? Это установит судмедэкспертиза. Ну, в смысле, была ли она пьяна или случилось что-то другое, роковое. А ведь рулевой было всего-то 38. Еще бы жить да жить, наверняка строила планы. Может быть, подумывала, где и с кем будет встречать Новый год, ну и все такое. И вдруг в одно мгновение так огорчило своих родных и близких. Уважаемые водители, при движении по дорогам в населенных пунктах соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.